Намасте, друзья! Я нахожусь в Индии, в удивительном месте, в настоящем раю. И я рада, что оказалась авантюрной и приехала, решила сюда в такое время, как бы непростое. Я хочу сказать, что СМИ очень преувеличивают, и ничего подобного здесь не происходит. Все в отеле непосредственно, в отеле Айрсома, в котором я проживаю, весь персонал привит, соблюдают все правила безопасности. Я обожаю этот отель, это сеть отелей Айрсома. Это лучшее, наверное, лучшее, что может предложить Аюрведа. Сейчас просто необыкновенное время, потому что сейчас можно по-настоящему здесь получить настоящую программу оздоровительную, настоящий релакс. Я впервые сейчас для себя открыла йогу. Такое впечатление, что все здесь создано сейчас для того, чтобы для обслуживания меня непосредственно. Здесь есть люди из Америки, из Польши, ну, из Европы, там еще из некоторых стран. Я гуляю вдоль океана, читаю книги, танцую. Боже мой, это просто рай абсолютный. Я очень рада, что приехала сюда. Мои волосы блестят, кожа сияет, желудок радуется, организм поет. Я, в общем, счастлива. Не бойтесь, я всем рекомендую. Приезжайте. Намасте.